У ямальцев осталось 2 недели до окончания приема заявлений на единовременную выплату 30 тысяч рублей из регионального маткапитала. Поддержка семей с детьми осуществляется в период пандемии по решению губернатора Дмитрия Артюхова. Обратиться за единовременной выплатой необходимо до 30 сентября. Напомним, что оформить пособие могут семьи, имеющие остаток средств регионального материнского капитала. С апреля месяца правом на выплату воспользовались более 3 000 ямальских семей. Никаких документов, никаких справок предоставлять не надо, только одно заявление. Ну, если отсутствует такая возможность подачи заявления через сайт департамента, либо через МФЦ, то имеется возможность подать это заявление почтовым отправлением. Осталось совсем немного, 2 недели. После 30 сентября заявления на эту выплату приниматься уже не будут.